안녕하세요. 안녕. Распаковка чек, как говорят, да? Получается, моя близкая подруга, которая живет сейчас в Корее, учится там, прислала мне как много всего из Кореи. Вот она. Не, это не она. Сейчас, минутку, она. Ладно. Как бы. Эти вещи, это уже ее родители. На, там я уже вижу кое-что. Начнем с обычного. Косметика, которой я пользовалась, и она мне очень понравилась, и я как бы решила заказать. Да. Ну, и на самом деле мы все выбирали вместе, конечно же. Но когда посылку открывает, тогда это отдельно. Что она не открывает? Эмоции. Вот. Green Tea. Тони Моли. Так что она мне очень помогла с пигментацией, поэтому я решила заказать. Я кое-что вижу. Я кое-что очень сокровенное, прям сокровище вижу. Окей, давайте еще с такого. И это, ну... Я эту блокнот, знаете, сколько ждала. Я не думала, что она... Вау! Фиолетовая. Вау! Давайте откроем. Уже понятно, что открыто было. Не, ребята, вы можете, что можете? Ну, это как бы те, поймут те люди, которые там дневники пишут и так далее. Ну, тут, короче, можно засунуть всякие эти стикеры, там эти приклеивать, да? Она, на самом деле, дорогая. Очень. Но, как бы. Тут можно еще кармашек, тут кармашек для фломастера и так далее. О, она толстая. Я просто тащусь от конца, честно. И вшик, она открывается. Вы можете туда свои листы как бы добавить, да? Это как теперь закрывается? Как закрывается теперь? Все. О! Я вообще, знаете, из чего начала? Я вообще вот эту как бы. Подождите. Я счастлива, честное слово. Я богата. Ой. Это, короче, американо. Остальное ваниль латте. Угадайте. Компуча. Помните, в трансляции пил Чонгук пил такой чай для здоровья, да? Оздоровительное. Которое после Чонгука распродажи не осталось. Джейхоп! Подождите. Откроем. Это потихоньку, осторожно. Ой, какая милота! Божечки! Ну, башка чуть-чуть большая, конечно, не как шутки, но сойдет. Главное, она мягкая, и можно как подушку использовать. Она работает. Ну, силу видите, да? Ну, сила пойдет, как обычно. Скупки. Мне кофе отправила. Она такая, нужен тебе кофе или нет? Такая, нужен. Мне, если даже бумажку оттуда отправишь, я такая... Я как счастливый ребенок. Это часы от Тимитан. Они такими, они еще светят уже.
Чанхау. Чимин. Чимин. Джейхоу. То, что я очень сильно ждала. Очень. Прям. Set me free. Set me free. Альбом Чимина. Фейс. Новый альбом, который он выпустил. Сейчас тоже будем разбор делать. Кофе. Подождите, это не все. Это не все. Это помада корейская, которую я люблю. Я ее 100 раз заказываю. Часу. Помада. Помада же. Какую же? Подождите, песню вспомню. Set me free. Юнмины навеки вечные. Надеюсь, вы не понимаете, о чем я. И самое большое, вот последнее. Самое огромное. Самое большое. Кстати, она стоит не так уж дорого. Я даже боюсь.
Я боюсь. А там уже... А, это уже. В другом камере уже видно. Он тяжелый. Подожди. Это мозаика. Ну, типа, вот видите, типа фотка вот такая будет. А вот это, я думаю, все это знают, брендовые, да, вот этой штуки приклеиваются на номерки, да? И вуаля, будет вот так. Ну, это классно же. Это классно. У меня, я всегда хотела такую штуку. Вот сюда тоже. Чем у нас вот столько вот вещей? Чего не мигает-то? Yeah.